для процесса приготовления. Подвергается термическим, угу. термическим воздействием, может быть. В этом еду не нагревают. Это банка? Почему так решили, Мария? Потому что я спросила, как я взаимодействую. Я беру, шинкую, скидываю, а потом мне пришла банка квашеной капусты. Хорошо, можете посмотреть. С нагреванием понятно, почему да, связано? Да, я поняла. Стерилизация, да? Прям банка. Отлично. Умница. В общем, да, я все время должна была шинковать овощи, чтобы туда засунуть. У меня был такой образ. Угу. Именно на кухне. Интересно. Да. Вот этих образных вещей.